Жизнь Иисуса Христа в шести томах. В Доме книги на Невском прошла презентация первых двух томов за авторством митрополита Волоколамского Иллариона. Так многолюдно в Доме книги, пожалуй, еще не было никогда, говорят его сотрудники. Побывать на презентации новинки пожелали десятки горожан, ведь автор – один из самых известных и почитаемых священников современности, викарий патриарха Московского и всея Руси, митрополит Волоколамский Илларион. Сейчас в свет вышли две его книги – «Начало Евангелия» и «Нагорная проповедь». Всего их планируется шесть. Третья книга будет напечатана буквально на днях, последующие находятся в разной степени готовности в издательствах. Мне хотелось написать одну книгу, книгу об Иисусе Христе. Что это был за человек? Каким он был? Какой у него был характер? Как он выглядел? Как он реагировал на людей? Я быстро понял, что в одну книгу у меня материал не уложится, потому что материала много, материал интересный. Автор изучил четыре Евангелия на языке оригинала, сравнил и обобщил их. Кроме того, митрополит обращался к толкованиям древних святых отцов и к современной научной литературе. Отдельные главы посвящены психологическому портрету Иисуса Христа, его взаимоотношениям с Иоанном Предтечей и учениками. На всю работу ушло полтора года.